карту препятствий. С ним отсюда сняли несколько листов. Можешь не снимать, уже неинтересно. Почему? До этого. Может быть, начали для меня приведете. Начали сдавать. Просто прыгать. Что надо делать, скажи? Начали просто прыгать. Потом ни у кого не получается. Решили снять. Вы прыгали, короче, вот этого уровня. Двумя ногами. Без рук. Да, вот так. Но мы сначала у нас не получалось туда сразу. У нас такая просто прыгать была. Мы, короче, бежали, сверяли сначала. Потом здесь прыжок. Там, ну, я 10 раз умудрилась сделать. Не-не-не-не-не-не-не. А надо вот так вот. Вот. Бах, все. Да, все его там все уже завалили. Все ударил, да. Да-да-да. Вот потом тэц руками. Пум-пум-пум. Потом прыжок. Двумя ножками. Двумя ручками. Двумя ножками. Да, с места. Потом мы просто тут по бревну приходили. Потом здесь кувыркались. Когда было место кувыркаться, стало бревна. Бревночку. Бревна. С бревна кувырок. С бревна, с бревна. Ой. Ну, рассказывайте. Вставали в планку. Тут копилась очередь, потому что тут был 5 раз ноги подтянуть к себе. Тут, вот, короче, куча планок, так как кувыркаться было негде, все проползали под планками и ждали своей очереди. Кажется, там уже толкучка была. И все, и в планочку стоишь, ждешь, пока не так планочка, а вот так, потому что везде еще народ под тобой. А-а-а. Под тобой, над тобой проползали, да, чередовались. Потом что? Потом сюда добежали. Потом бэкс, пожалуйста, вот, освобождаю вам. Пока стоишь в очереди, а тут обычно очередь скапливается, мы всегда в планке. Планочку двигались потихонечку, как ручеек. Понял, классно. И сколько так кругов? Ну, достаточно. Сделали, да. Самая фишка в чем? Девчонки, самая фишка, да, в том, что никто не мог сначала сюда запрыгнуть. Потом мы сняли, все начали запрыгивать. Один начали, короче, ворох здесь. Я в сторонке стою, смотрю, думаю, блин, у всех получается. Я чик-лист подкинул, смотрю, оп, все прыгает. Ну классно же. Не, уже на лист еще выше, я в колено забыл. Потом я чик еще один лист подкинул, все прыгают. Что, высоко? Снизу, да, он смотрел, снизу. Колено. Давай, еще посмотрим. Колоссальный солдат. Ты сможешь? Колено на себе задел. Еще с низкого выседа. Да я так прыгать научился недавно. О, красавец. Самое главное кому-то одному сделать, мотивация. Нет, давай. Подожди, не клади больше. Подожди, да, я попробую. Не прикольно, когда не знаешь, к чему стремиться. Точнее, наоборот, когда знаешь, не можешь. Ты поэтапно. Сейчас, давай, давай, давай. А ты так, девчонки, еще. Ой, высоко, мы не можем. Ближе, присядь. Присядь, когда начинают думать, я... Присядь вниз на себе и... Сам ты постоянно наставил, что это психология. Просто он сейчас стоит, у тебя выше край. Ты все пошла? Пошла? А, ну все, давай, все, до завтра. Все, до завтра. Блин, ты смотри, что... Ну, просто парень, запрыгните все. Может быть, мы ошиблись? Ошиблись. Что, сильно ударился? Да у меня тут ударился. Синий, чище уже. Я тоже на голени. С этого же места надо попробовать, как Денис. Он еще снизу прыгает. Где он вообще будет? Я в детстве, вот такая теплотрасса, знаете, по земле, я вот так подпрыгивал, туда подлетал, то есть мы летали. На теплотрассе? Да, не касаясь, это вот тоже показывает паркур, мы внутри все, да, здесь как бы творили. Это? Например, вот так. И по-всякому. Давай, Денис. И Леша тоже. Ну, допустим, хорошо, знаем предел. Не-не-не. Нет? Слезай. Еще один. Здорово, как ты поздоровался. Короче, у меня будут такие там синячки. Зато на пивка, блин, пожизненная. Ну я просто адски, для меня больно, блин. Хорошо. Что, хуже, что ли? Блин. Вопрос разбега. Блин, вообще колено болит теперь. Ну и что, смотрите, когда вы смотрите, я не могу. Давай ты первый вниз. Тоже больно? Не входи, пока. Да нет, боли, я просто, я
вот сюда вот приземлились. Как тампо, знаешь, набивал об этом. Бетон. А это аппарат. Мне еще далеко, блин. Давай. Царь горы, сейчас, погоди, мы узнаем. По крайней мере, 10 минут еще есть. Иссяк уже. Ты задетый? Нет, я не могу. Ну, сегодня я буду снимать пальцем один рукой. Ехать ты на чем собираешься? Ну, 40 минут. Прям подойди, так, пальчик. Надо просто... На чем? Да, знаешь, да. Ну, какой? На троллейбус. Я уже думаю, как ты запрыгнешь. Давай. А если он не придет? А он может вдруг он сломался, блин. Стоит на степной целая толпа этих троллейбусов. Практически. Он придет. Куда ты еще будешь? Ну нам же надо попробовать с Максом. Нам, давай, Слава, так чтобы вниз. Эй, красавец, во, видишь, молодец. Что еще дает? Может, ему еще раз попробовать? Да, пока он будет закрепление. Дай, давай. Спокойно, дай его, как Сергей Бубка. Дай волю. О, практически. Это руки, блин, нет. На один палец облокачивайтесь. Давай. Молодец, молодец. А у тебя уже страх? Нет. Готовы еще раз? А попробуй еще раз? Да. Блин, я знаю, конечно, что все от маски, но у меня еще такой кашкай, короче, вот здесь вот. Это не от маски. Налился. Налился, представляешь, все-таки. А, Дарья такая приходит. Что случилось? Я говорю, блин, представляешь, друзья, говорю, в лес затащили, говорю, отдохнуть. Вот попробуй с отсюда, с этого места. Я говорю, нечаянно вот там еще. Ну, уголек наступил. С другой стороны, мышь получается. Продавлено. Еще пол. Вот здесь самая низкая сторона, вот. Вот здесь. Самая высокая. Такой вообще, из ниоткуда взял ноги, вот так Сергей Геннадьевич. Самая высокая. Давайте. Вот это, наверное. Самые высокие, вот две стороны, вот. Вот две стороны самые высокие. Вон там самые низкие. Нет. Мне высоко уже. Запрыгнул? Это взрывная сила, да, развитие идет? А вот три листа назад мне почему-то было тяжело. Потому что нет? У тебя мотивация пошла сама. Понятно. Красавец. А ты тоже, знаешь, запрыгнул? Без рук. Красавец. Почему я? Да, блин, я боюсь. Сегодня говорил, как прыгать, я только сейчас это сделал. Сам. Ну, еще раз объяснял. Я им сегодня объяснял, почему у них не получается. Потому что они... Ручки надо тянуть вверх. Я, ты слышал, что я сейчас сказал? Да, тяни руки вверх. Я сейчас сам первый раз сделал так, как им говорил делать. Вверх тяни руки. Все, за руками вслед пошла. Тогда ноги не хотят прыгать. Ты руки тянешь вверх, а дальше как понимаешь. Ты же была, когда я говорил. Да. Нет, ты уже не пародировал. Я не Женю пародировал, я им объяснял, что надо вот так вот делать. Конечно, вверх вы тянете. Ну еще руки тяни вверх. Коленями. Еще руки вверх тяни. Давай. И сейчас, представляешь, я первый раз так делаю. Я боюсь, нет. Что это, дай-ка я закреплю. Все правильно, да, да, все правильно. Ложим? Пойдем. Нет такого стола? Нет, есть, но... Клад? Но правильно, нет. Клад? При определенном этом. Словосочетании. Это, аккуратно, Макс. Да? Ну, я хочу прыгать, а потом мы будем убирать по одной плечке и за результат фиксировать. А то, я смотрю, молодцы такие. Ну как так, блин? Еще один раз. Еще я только заняла позицию, чтобы смотреть, ты блин, взял, ушел. Не, я с какой-нибудь другой стороны. Ну вот куда пошел? С этой? Да, да. Угу. Денис правильно сказал, только не о колени, не за колени. Руки вверх. Ну куда давай, уже Макс не может. Не, он только что запрыгнул. Ну куда ты еще, ты говоришь? Я пока все готовил, мотивация. Какая мотивация? У меня уже через 3-5 минут мотивация кончилась. Ах, ты смотри, я не смог устоять. Еще подожди сейчас. Смотри, смотри. Ну я соскочил вот так все вот. Бля, подсказка, кто не может, надо это сделать... Это с руками, можно? Можно с руками, или еще можно сделать такую интересную вещь. Я как бы сейчас смотрю. Чтобы не стоять. Здесь сбоку, смотрите.
хотя бы залезть, потому что потом вы, когда стену будете преодолевать, в любом случае я не буду на стену прыгать ногами вот так. Я сделаю вот это действие. Я больше так не буду делать. Нет, это без места. Во, видишь? Я тогда вот... Нет, я так болит. Я тогда тоже запрыгаю одной ногой. Забежать. В идеале забежать. И вообще за веревку сможет. Вот опять такой. Нога скатила, думаешь, понять. К себе, да? А я хотела несколько шагов. Я не знаю, я не могу ее объяснить. За веревку зацепись. На нее подпрыгнешь с ней. Ну-ка еще раз. Такая поблажка. Сейчас фау повисла мимо на веревке. Нет, надо ногой оттолкнуться, зацепиться и подпрыгнуть. Ну и все. Это синий. Вот я попробую. Синий. Цвет играет значение. Я же попробую. Я хочу забежать, да. Мотиватор, да? Запустим сейчас. Прям. Ай. Ты сосредоточение дзен-буддизма. Стыки ведь чисто носки были белые. Ай. Будь воздухом, друг мой. Опустилась? Да. Да. Сантиметров на 40. Вот он 40 и не допрыгнул. Надо было на 50, на полметра опустить. Я просто, наверное, по делу не опустил, простите. Задумался. Блин, я не знаю, откуда можно отсюда прыгнуть. Сейчас проверим. По уровню. Где-то я имею в виду. Сейчас проверим. Ну, кажется, пределов не существует. Вообще. С места есть африканские прыгуны, то есть бах, подлетает. Ну это опять, это... Зверюки как прыгают, блин. Да, на в 3-4 раза выше своего роста. О, сигарница, да? Отставить. Чуть не ровно лежал. Подсбил, да. Ровно. Подсбил чуть-чуть. Простите. Ну-ка встань рядышком, я посмотрю, докуда доходит. Практически до груди. Я уже руки машинально. Ну поэтому еще разок надо. Это уже руки выше. Я не хочу. Чистоты, чистоты. Давайте уже поиграем. Сергей знает. Сейчас, погоди. Ты же прыгать не хочешь? Что, еще разок? Ну сейчас я надо прыгнуть, мне, конечно, проверить. Прям на краю. Это пока с приседа. Я себе делаю такое условие из глубокого приседа. Интересно, если бы это оторваться. Блин, здесь выпирает штука, это, конечно, нереально. Здесь вообще еще больше, да? Ну, давай. Не, ну погоди. Ты
сразу начинаешь прям вот вылетать на ногах? Или вот в самом конце прям все? Да, нет, я полностью заряжаю, прям я присел. Вот жилы, не мышцы, а вот эту жильную, да? Вот, ну, поджилки, поняли где? То есть я их зарядил и толчок делал. Ну, это хватает, так много не сделаешь. Потому что это очень энергозатратно. Но ее можно развить. Смотри, прямо на плиточку подвинул. Уже усталость, да, сказывается, именно вот этот толчок. А так видал как? То есть трис надо обязательно делать. Вообще она кажется громадная. Тяжело. Я еще на полу стою, еще минус одна плитка. Вот в свое золотое сечение. Потому что я могу на все, по идее, влиять. Вот на все пространство. При хорошем, да, должном уровне. Мне кажется, уже высоко. Зато знаем уровень. Ё-моё. Так, у нее что, нет лайков? 35 тысяч. Зато перепрыгнуть, да, можно? Как умение появляется. Уже ноги просто не поднимаются, вот физически. Че, Леха, готов? Быстрее залезай, царь горы. Нет, я с тобой. Давай, залезай. Не забывай, давай, один листик снимем. Пошел. Домой. Задусил? Нет, Леха. Ничего. Лист Владимирович. Турничок? Да, а я сегодня тут отдыхал. Так, ты дома во сколько? Я его отвезу, похоже. А ему два сколько? Сейчас я позвоню. Ну все, вот так. Да. У тебя же ключи есть? Да. А уроки-то все сдали? Да.
Такая независимая. Одна штучка, тут здесь 4 горит. Давай, Сергей, нет, это вроде для планшета какого-то. Уговорил? Залезай. Поддержишь? Давай, давай, давай. Быстрее. Встал, встал сразу. Я знаю. Быстрее вставай. Да, молодец, ножками, ножками. Отпинывайся, отпинывайся от нас. Встал сразу. Встал, встал, встал. Лёх, вставай. За вставай. Что? Не надо меня бить. Вставай. Ну а что ты просто так сидишь? Сейчас ты упадешь. Вставай быстрее. Ай, я встану. Я встану. Ай. Быстрее вставай. Это царь горы. Отпинывай нас, ты ногами будешь здесь крутить, мы не подойдем к тебе. Ну здесь уже крутись. Как мы, помнишь упражнение? Конечно, давай, давай. Ого, отпинывайся. Красавец, еще со всех сторон атака, Леха. Отпинывайся. Тебя убили. Тебя убили, все, Леха. Тебя убили, пожалуйста. Еще раз залезай. Отпинывайся. Короче, вот это уровень, да? Сам себя не убил. Получается до груди. Это где-то... Ну сколько, 1.30 м, что ли? До груди. Отпинывайся, Леш. Задача ручками, ножками. Стой, это вот раз, два, три. 1.35 м. Быстрее, крутись. На спинку лег, на спинку лег, все, ногами, руками, да. Да. Оп, упал. Залезай. А Макс ел. А нет, Макс, он туда не поместится. Это не, это только для тебя. Специально да. Организовали. Быстрее, быстрее. Выжиматься не хочешь? Быстрее. Быстрее. Враг атакует. Я тут залезу. Давай, конечно. Враги со всех сторон. Лёш, быстрее, штурмом. Ты взял, морду, штурмом взял. Все, залез, закатился, пошел, встал, сражаешься. Давай, 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 ручками. Давай, ай, давай. Ты так? Можно. Еще раз штурмом взял. Скачу. Почему? Ты же хотел играть. Ты говоришь, Сергей Геннадьевич, мы же ждали тебя поиграть. Нет уже? Наигрался? Как ты его вчера назвал? Как у тебя, Екатерина, как? Екатерина Рудольф. Робертона. Да, Робертона. Давай пофехтуем, кстати. Это не Рудольф. Максим, Леша. Нет. Поехали, кажется, он за себя. Я сам не пофигу, можно промывать. Царь горы. Ты не встаешь. Ай, пальцы.
можно, Леша? Что? Я с Лешей. Да не надо так сильно. Ты еще в туалет зайду. Давайте так же сделаем. Леша, аккуратно. Я начну катить. Поздравляю. Почти. Давай. Ай. А я под тобой. Еще. Прости, не надо, пожалуйста. Понимаешь, что по почкам тут нельзя. А? Ай, я ничего. Как тебе объяснить-то? Прости. Не надо только, блин, ничего себе. Я на Макс не обращаю внимания вообще. Вы что делаете? Все, хватит, мы уронили все. Все, все ругается. Где эти? На улице играетесь? Давайте ножки. Вот ножки, они не такие большие. Не ножки, а где? Погулите, погулите. Мне кажется, поэтому. Денис, держи. Смотри, какой у меня снег. Это я себе бревном так тряпну. Поехали, 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 все. А я голыми руками. Да, они жесткие вообще. Не, ну вы это, без фанатизма. А Эми как было? Не, крутить все так же, показать. Показать, ну если я отберу, то попробую показать. Я уже сам себе по лбу все, блин. Так, в принципе, можно делать, моя задача уйти. Здравствуй, вы чуть не извинились. Я тренировки сохранила. Нет, лучше. Да. Можно мне тоже? Давай, давай, ты со мной. Первый парней. Прости, пожалуйста. Да. Ну, отпусти, какой смысл? Отпусти. Не отпустишь? Отпусти, попробуй без них. Лучше забью, да. Я позади занял, чтобы будет хорошо. Я думаю, кто нас звал? Ай! Чего такое? То есть вот чем отличается плетка, да? Мы бы еще две так и сделали. Вот признание дела, да, никакая нунчак вообще рядом не стоит. Итог, мы не стараемся ударить. Да, я показываю. Самое больное вот здесь. Вот здесь не так больно. Иди на удар. Ну, самый больной вот этот. А-а-а. Самый быстрый. Я не могу на него идти. Афгане Дениса забираю Дениса. Сильнее. На тебе. Нет, я не вообще не луплю, стараюсь, по крайней мере. Я голыми руками. Лёх, пойдем со мной, помогай. Мы будем голыми руками. А, зачем? Полотенчиками. Пойдем. Пойдем. Блин. Давай, я так люблю.
Алик, мы же полотенце. Они, кажется, сам за себя. Салфеткой. Иди сюда. Давай с водой. Пойдем. Фу, что-то прям это тихо. Нет, мы сейчас продолжим. Он отпускает, но это не было. Я тоже. Морни, морни. О, все, нормально. Сейчас, сейчас, подожди. Морни. Проморгался? Смотри на Дарью. Смотри на Дарью. Просто. Ошалел. Нормально. Сейчас отойдем. Скажи. Тихо. Простите. Это что показатель? Даже реально с самым платком можно сражаться. Только отработано. То есть пофигу, что будет прям тик. И, кстати, да, ах ты какой хитрец. Да нет, я хочу наоборот. Ага! Я что? И бить боюсь, и попадать как-то. Давай, я не больно. Вы все надаете. Че, крути, давайте, смотрите, как сделаем. Я буду с этим с двух. Не-не-не. Да. Не-не-не-не-не-не. Я буду медленно, чисто чтобы... А вы, задача ваша, меня в тройка вот поразить, хлесткость. Заметили, как у плетки, да, вот эффект выстреливания? Чик-чик-чик. Чем мы поражаем? Это чехол положить. А где твое полотенечко? А, не знаю. Куда-то улетело. Оно, а, оно вот. Вот же. По-честному? Нет. Я сейчас еще вот так одену, чтобы вообще по-честному было. Что? Ты тоже, да, понимаешь, что это все равно даже не честно, даже если мы стричь полотенце. Что это? Тряпка. А, ну и тоже полотенечко возьми. Дай, зачем? Дай Максиму. Дай Максиму полотенце другое. Ну тебе, у тебя одно. Ты с двух рук, что ли, хочешь? Ты не сможешь. Здесь ты... Покажи, как надо щелкать ему. Здесь ты можешь смотреть, что делать, если в одной руке. Ты щелкаешь. Смотри, вон начал. Вылезло полотенце. Я знаю, не умею. Ну, и что тогда страдаешь? Поехали. Стой. Кому еще? Как вообще? На Сергея нападает. Да, пробуй, защелкивай. Вот восьмерка вертикальная. Что? Сама попробую. Давай, давай, беги. Ну поднакинь-то вам чуть-чуть, что вы сыпьте? Поближе. О, моя оружие. Дай мне полотенце.